Сегодня международный день распространения информации об аутизме. Вот, возьмите, почитайте, пожалуйста. Количество детей с каждым годом все увеличивается, которые рождаются, и им ставится в дальнейшем диагноз расстройства аутистического спектра. Наша цель сегодня просто донести информацию. Для того, чтобы люди, первоуральцы, которые живут в нашем славном городе Первоуральске, знали, что категория таких людей, детей существует, чтобы они знали, как себя правильно вести, знали себя, как правильно реагировать на поведение аутистичного ребенка. Вот. Ну и, собственно говоря, в принципе, уже 8-й раз мы это делаем, и мы заметили тенденцию, что горожане знают, о чем мы говорим, то есть мы это делаем все не зря, и что они более снисходительны, и, в принципе, отношение к людям и детям с ОВЗ стало намного гуманнее, намного приятнее, вежливее.